С понедельника по четверг. Как бы я хотела еще ребенка. Подумай, зачем нам второй ребенок? Новость о пополнении в семье зачастую может застать врасплох. Я беременна. Скажи, что ты рад. Да, я счастлив. Как можно заводить детей в таком возрасте? И пока родители радуются, их дети не теряют время попусту. Ты беременна. И что мне теперь делать? Теперь им всем станет жить гораздо веселее. Твоя дочь беременна. Это же кошмар. Вот именно. Кто этот ублюдок? Добрый день. Здравствуй. Привет. Больше никакой тишины, ведь с детьми о покое придется забыть. Быть отцом – это работа и куча проблем. Я не могу быть бабушкой, я же мама. Двое детей – жена и дочь. С понедельника по четверг на ТВ Рус.